Добрый вечер, друзья! Мы рады вас приветствовать в этом замечательном клубе. Мы его назовем клуб «Арт-кафе Преображенский». Я хочу выразить сразу же свою благодарность руководству кафе «Март», арт-клубу «Март» и по очереди Даше Цветковой, Валерии, которая на дверях сейчас стоит, потому что буквально две недели назад мы просто отправили письмо, сказали, что мы хотим попробовать проект «Opera Night» у вас, и оказалось, что нас знают, и нам было приятно, что нас в декабре здесь приютили, я надеюсь, что это будет и впредь, но не будем загадывать и заглядывать вперед. Я рад видеть свою публику, которая здесь, Opera Night. Поднимите руки, я хочу вас видеть. Спасибо, что вы пришли. Я их называю пациенты Opera Night. Почему пациенты? Потому что некоторые из них ходили 70 раз. Кто не знает, сегодня Opera Night номер 101. И Opera Night идет уже в Москве четвертый сезон. Это беспрецедентный случай во всем мире, без преувеличения. Здесь есть люди, которые могут подтвердить. Йоси Тавор, музыкальный журналист и радиоактивист. Ведущий радиоактивист. И зачем этот проект был сделан? Чтобы в Москве, в маленьком пятачке, найти некое место, где можно спрятаться от Москвы. Если вы принимаете эти правила игры, то добро пожаловать в команду. И небольшое вступление правил игры во время исполнения кофемашины и все, что касается бара шумного, не работает. Будет тишина, вас могут принимать заказы, вам могут тихо приносить то, что вы заказали. Еще попрошу, вот там красный огонек горит. Рядом с вами, да, мужчина в полосатой майке, вы обернулись. Да. Вы стали счастливчиком. Ваш голос будет слышен во всем мире. Сегодня эта чудесная камера, как и все другие 100 раз, будет транслировать Opera Night в прямом эфире на весь мир. И к этому сигналу подключились еще 5 камер в Соединенных Штатах, 5 сайтов Соединенных Штатов Америки, которые транслируют там. Потому что проект знают реально во всем мире. Я могу предвыборную речь сказать. Мы сможем с вами об этом поговорить обязательно. Да, обязательно. Если вы хотите Opera Night использовать для предвыборной кампании, мы готовы. Обсудим в кулуарах. Друзья, мы начинаем проект в этом замечательном кафе. И я попрошу, я немножко саркастично сказал, но вот именно этот столик. Мужчина, как вас зовут? В полосатой майке. Николай. К вам сейчас гость еще придет. Николай, у меня к вам огромная просьба. Это действительно камера, которая транслирует видео в онлайн-режиме. Если возможно, будет чуть тише разговаривать, потому что она будет записывать вас. Они замечательные, потрясающие оперные голоса. И ансамбль «Гуди гораздо», который открывает оперный стадион. Thank you.
Это был ансамбль «Будь гораздо», и я представлю, кто был. Александра Подрезова, Иван Едынский за роялем, Александра Подрезова, Дарья Гаврилова, Мария Кольтеева, гусли, звончатые и... Прости, пожалуйста. Так, молодой человек и перкуссионист сюда. Как тебя зовут? Даниил Вольшов. На перкуссии. А вы думали, что классики — это смурные люди, да? Но-но. Но никто не говорил, что Opera Night — это все вот так весело, задорно и хорошо. Теперь мы для вас пустим страсти коварной Далилы, которая отрезала волосы Самсону. Полина Шамаева. Поль, ты уже приглашенная? Уже приглашенная. Большом? Большом? Нет. Да, приглашенная к нам. Ты не скромничай, не скромничай. Ты уже много где поищешь, поищешь в зале консерватории, в зале Чайковского. Полина Шамаева и Михаил Язарян. Ария Далилы. Друзья, небольшое такое вступление еще скажу. Прошу прощения, музыканты уже готовились. Все, что происходит здесь, те, кто не знает, чистый джем-сэшн. Я просто решил, что почему в джазе это можно сделать, а в классике нет. Все можно, если вы хотите. Эти музыканты впервые встречаются здесь на сцене.
Назарян. Я вот сейчас слушал Полину и прямо очень-очень обрадовался, что у меня волосы такие. Наверное, все мужчины. Нечего резать. Ну, вы понимаете, да, что Самсон потом очень долго не мог в себя прийти после этого. Его заковали. Я приглашаю на сцену Дарья Давыдова, приглашенная солистка Большого театра и стажер театра Станиславского. Вообще, я хочу сказать, мы потрясающе сегодня находимся между Большим, Новой, Станиславским, еще Малый театр, Театр нации, еще есть. Да, в общем, в эпицентре. Мечта идиота сбылась. Попасть куда-нибудь в эпицентр. Даша, я тебя рад видеть. А когда ты узнала, что мы здесь, и оказывается, ты постоянный клиент здесь, в общем, да? И ты сказал, что это место то, что нужно, меня это успокоило. Дарья Давыдова, Маргарита Бриндина, ария Нарина из оперы «Дон Паскуале». Донитерти. Thank you.
Ну, в принципе, этот номер объявлять вообще не надо. Я только объявлю исполнителя. Станислав Черненков с Алис Новой оперы. И буквально год назад был еще стажером оперного театра «Ла Скала» Милан. Хотел два слова буквально вот про этого загадочного человека, который вот с планшетом заходит, молчит. Это Михаил Егиазарян. Он не просто пианист. Во-первых, он мой большой друг, дирижер театра «Геликон». И Миша сыграл на «Опера Найт» порядка 65 вечеров. Представляете, да? И, в общем-то, почти больше 1000 произведений сыграно здесь. Знаешь, ты просто сам не знаешь, сколько знаешь. Станислав Черненков, Михаил Егиазарян. Музыку сами знаете. Если вдруг узнаете, захочется аплодировать, можно. Я просто жадный, наверное, да, не хочу давать розыгрыш. Не, сегодня будут розыгрыши обязательно. Это в нашем духе. Кстати, господа артисты, у нас есть такая традиция, кто давно бывал. Если у вас в ближайшее время есть концерты, и вы готовы задать какой-нибудь каверзный вопрос для публики и разыграть билет на ваш концерт, то перед вами почти 100 человек. Приглашайте на ваши концерты. Вы согласны такое? Да. Да? Я не слышу. Молодцы. Я очень рад, что мы с вами подружились уже. Я чувствую по вашей реакции, потому что мы привыкли раньше в клубе Козлова, когда идет исполнение, в общем, состоит тишина. И спасибо вам за тишину. Я приглашаю на сцену «Кот в мешке» Сергея Онищенко. Что такое кот в мешке? Мои пациенты это знают. Я этого человека вижу сегодня первый раз. Мне просто сказали, что он хорошо поет и рад познакомиться. В прошлом голосе пел, да? Да. Пел в прошлом голосе. Не знаю, сколько прошел.
наверное, хорошо, немного прошел. Студент великого, потрясающего Зураба Лаврентьевича Саткилавы, третий курс консерватории. Звать молодого человека, кота в мешке молодого, Сергея Онищенко. Женат? Нет? Ну... Да. Сергей Онищенко и Сергей исполнит романс «De Grieux» из оперы «Манон Леско» «Пучини». И Маргарита Брындина. Наша жизнь, да, Валерия, здесь будет продолжена. Поэтому продолжай. Я Сергей Онищенко. Говорю вам спасибо за теплые приветы. Подожди. Я Сергей Онищенко. Я повторяю, я Сергей Онищенко. Торжественно клянусь. Торжественно клянусь. Приходить на Opera Night и петь. Приходить на Opera Night и петь, да. Все, ты прописался. Сергей Онищенко, браво! Ольга, ты готова? Ты не пела. Ну, раз тебе пока не дали попить воды, то вот сейчас взрыв мозга будет. Я сам в шоке. Для меня это кошечка в мешке. Помните, девочка была такая, вышла Даша Давыдова. Вот сейчас к ней присоединяется Степан Баласанян. Да. И Даша сказала, что не буду говорить, что я буду петь. Все все знают, а что будет, честно, вообще не знаю. Давай. Удачи с Богом. Мне. Thank you.
А тебе микрофон нужен? Уже нет. Уже нет. Thank you.
Степан Баласанян. Друзья, и вам хорошо? И это хорошо. Сейчас будет заключительный номер первого сета, а в целом будет три сета. И у вас есть, будет достаточно времени пойти покурить, пообщаться, обсудить. Возможно, я буду подходить к вам надоедать, интересоваться, потому что мне нужна обратная связь. Денис Болдов, солист театра Натальи Сац и Михаил Егазарян. Объявлять не буду, вы знаете. Викторины не будет. Che fora, una volta per casa.
Друзья, отдыхай. Друзья, мы продолжаем наш вечер. Начинается второй сет. У вас есть буквально пару минут, пока я обещаю заказать себе кофе, чтобы попробовать вашего молчала. И я приглашаю моего друга, замечательного виолончелиста Андрей Березин, солист оркестра «Виртуозы Москвы». Андрей Березин! И Андрей исполнит очень интересное произведение, если можно, буквально пару слов. Если микрофон чуть очень. Добрый вечер. Я очень рад присутствовать сегодня здесь. Ай, я тебе желаю... Не бегай так сзади. Страшно. Я тебе желаю, чтобы твоя практика продолжалась, потому что с тех пор, как мы с тобой познакомились, я приходил несколько раз, и мне всегда очень нравится то, что происходит в Операне. Это очень правильное такое движение, с моей точки зрения, в сторону качественного досуга. Вообще, качественного проживания жизни, что ли. Да? Если мы говорим о том, что мы хотим расти, мы хотим развиваться, мы хотим становиться лучше, то, наверное, стоит подумать и о своем, так сказать, свободном времени и о том, что, как его правильно провести. А для вас я хотел бы, и для нас, для тебя, сыграть произведение, написанное в начале 20 века для виолончели соло. Это, ну, достаточная редкость, так скажем. Композитором Гаспаром Касадо, который жил в Испании, и произведение называется достаточно тривиальное, сюита для виолончели соло. Я сыграю из нее две части. Первая из них — прелюдия, а вторая — сардана. Спасибо. Андрей Березин. Thank you.
Андрей Брезин. А Даша Давыдова пока нету ее, да? Полина Шамаева. Аля Стефано из оперы «Ромео и Джульетта» Гуно. И Михаил Егезарян. Полина Шамаева. Дарья Давыдова, Степан Баласанян. Ваши аплодисменты.
Ленинградом. Это была Дарья Давыдова, Степан Баласанян. Друзья, маленькую коррективу сейчас внесли. Это было неожиданно, но я думаю, что вы меня простите, мы все понимаем. Оказывается, дальше 11 часов здесь шуметь нельзя, иначе там очень серьезные проблемы. Поэтому мы объединяем два сета в одно и быстрым броском, марш-броском бежим к финалу. Я приглашаю сюда очаровательную Ольгу Невскую, одну из лучших исполнительниц русского романса, и Михаила Гязаряна. Thank you.
Когда у вас концерт? У нас 24 декабря в ЦДУ. Приглашаю всех с Мишей дуэтный концерт. Будем вас радовать новогодними песнями. 24 декабря. Ольга Егоровна-Невская. Друзья, еще хотел небольшой анонс дать. 26 января ансамбль «Гуди Гораздо» дает свой сольный концерт в клубе Алексея Козлова.
Я надеюсь, что после вашего триумфального выступления здесь еще вам и дадут еще здесь сыграть, спеть. Станислав Черненков, ария Дона Базилио и Михаила Гязаряна. Но на тебя, по-моему, все билеты уже скуплены на полгода вперед. Дарья Гаврилова, Наташа Новикова, Александра Подрезова, Иван Елинский, Данил Ершов, Мария Гантеева, Дарья Давыдова, Степан Малосарян, Михаил Язарян, Ольга Невская, Андрей Березин, Станислав Черненков, Сергей Орищенко, Полина Шамаева, Денис Болдов, Мария Сева, Маргарита Приндина. Опера «Найт» номер 101.
так мы умеем отдыхать. Вам нравится? Спасибо! Друзья, небольшое объявление. Во-первых, огромное вам спасибо за теплый прием. Огромное спасибо кафе «Март» за очень-очень скорую подготовку нашего вечера. Спасибо моему Рояду, он сегодня 5 часов назад сюда приехал. Да. И небольшое объявление дам. Если вам все у нас понравилось, то 23 декабря я вас приглашаю на новогодний «Опера Найт» в музее Скрябина. Обычно у нас бывает очень хорошо. 23 декабря, музей Скрябина, и специально для вас, у вас есть эти флаеры мы напечатали только сегодня, только для вас, если вы захотите, то будет 20% скидка. Всего доброго! Ребят, давайте похлопаем Майку Григоряну, он всех представил, а себя нет. Тогда всем. У меня большая команда, 600 человек. Я люблю это делать. Дарья Гаврилова, Наташа Новикова, Александра Полезова, Иван Юлинский, Мария Кантеева, Дарья Давидова, Степан Маласарян, Михаил Газарян, Ольга Невская, Андрей Березин, Станислав Черненков, Сергей Онищенко, Полина Шамаева, Денис Болдов, Мария Евсеева, Магдалина Бриндина, Данил Вершов и ваш покорный слуга Игорь Гаврилов.